Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем славим. Ты боись, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верни. Поклонимся святому Христову воскресению, всебо прииди крестом радость ему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распять Его претерпев, смертью смерть разруши. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты боись, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верни. Поклонимся святому Христову воскресению, всебо прииди крестом радость ему миру, всегда благословящий Господа, поим воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разруши. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты боись, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верни. Поклонимся святому Христову воскресению, всебо прииди крестом радость ему миру, всегда благословящий Господа, поим воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разруши. Предваривши утро я же у Марии, и обретшие камень отвали над гроба, слышаху от ангела, во свете пресносущим сущего, с мертвыми, что ищете, яко человека, видите гробные пелены, тицити, и миру проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающего род человеческий. Аще во гроб снишил еси бессмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель Христе Божие. Жена мироносицам вещавый, радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресение. Во гробе плотский, в аде же с душею, яко Бог, в рае же с разбойником, и на престоле был еси Христе, с Отцем и Духом, вся исполняй неописанный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же воносец, яко рая краснейший, воистину чертога всякого царского, показася не светлейший, Христе гроб Твой, источник нашего воскресения, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вышли во священное божественное селение, радуйся, Тобою будодеся радость, Богородица зовущим, благословена Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Светися, светися, Новый Иерусалим, слава Богосподня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Господи, Владыка, благослови духовного отца нашего Игнатия Тихоновича, батюшку Акима, Барнаульскую, Потеряевскую общину, наше интернет-сообщество. Господи, благослови, сохрани всех здесь стоящих, побуди на постоянную молитву, на благовестие и на проповедь Евангелия. Господи, посети болящих, кто просил помолиться о них, даруй духовное и телесное здравие. Исцели, Господи, по воле Твоей святой. Помяни, Господи, в узах находящихся Илью, Вара, Сергия, Глеба и других братьев, ведомых и неведомых нам. Господи, посети их, укрепи и устрой все по воле Твоей святой. Благослови, Господи, путешествующих, сохрани в пути, дороги и верни домой с миром. Благослови, Господи, взятых на службу Никиту, Алексея, Сергия, Александра, Максима и других братьев. Сохрани, Господи, не дай им пролить кровь чужую, дай им рождение свыше, дабы были не Твоими светильниками. И верни с миром в свои дома. Благослови, Господи, оглашенных, кто готовится к крещению, чтобы никто не отошел от истинного пути Твоего, и каждый дошел до вод крещения. Да будет во всем и во всех воля Твоя святая. Боже, будь милостив ко мне грешной. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Без числа согрешила. Господи, помилуй, прости меня грешную. Господи, прими молитву нашу и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное пред престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. Прими, Господи, и нашу молитву, а всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй, и о незаповедавших, Господи, коснись их сердец, обрати, даруй веру истинную в Евангелие, даруй покаяние. Да будет воля Твоя святая, хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Говори, Господи, Владык, слушаю, и да слышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Христос воскресе. Воистину воскресе. Благодарю за молитву. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Иисус живой. Воистину воскрес Христос. Благодарю. Воистину воскрес.